Филиал комплексного центра социального обслуживания «Домодедовский» в Развилке много лет занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята в течение заездов не только посещают разнообразные оздоравливающие занятия, но и интересно и активно проводят время. У нас есть занятия ЛФК, массажи и услуги нейропсихолога, которые в том числе предоставляют занятия по нейромоторной коррекции. Новая программа появилась всего месяц назад. Нейросенсомоторная коррекция прежде всего рассчитана на детей от 3 до 7 лет. Направлена как раз на развитие координации, умение управлять собственным телом, чувствовать свое тело в пространстве и уметь одновременно с этим чувствовать и слышать инструкции. Мы в работе используем балансировочные доски, балансировочные сферы, делаем полосы препятствий с безопасных конусов для того, чтобы ребенок научился правильно ориентироваться в пространстве. Каждое движение дети отрабатывают по нескольку раз, в том числе закрытыми глазами. Так как мы чаще всего пользуемся зрением для того, чтобы оценить свое местоположение, нам не так важны ответы от наших органов чувств других, да? от наших мышц, да, не так это все важно. А когда мы глаза закрываем, у нас сразу обрезается этот самый основной канал восприятия, и приходится задействовать и подключать оставшиеся. Таким образом, они начинают чувствовать и воспринимать более остро. Тренировки помогают также развить самоконтроль, мышление и память. Все эти навыки пригодятся ребятам совсем скоро для учебы. Мы тут тренируем мозги и память. Нейросенсомоторная коррекция прежде всего необходима детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, с нарушениями эмоционально-волевой сферы вроде раннего детского аутизма, с легкими формами детского церебрального паралича. Каждое занятие длится не более 30 минут. При регулярной работе и выполнении домашних заданий эффект заметен уже через месяц. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.